Вы смотрите видео об отеле «Оскар Касс». Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель «Оскар Касс» расположен в стране Греция в регионе Кос и относится к классу гостиниц с числом звезд 3. 27 километров от аэропорта. Кос в Кос. Территория гостиницы занимает 5000 квадратных метров. На территории отеля имеется 2 ресторана, 2 бара, 1 открытый бассейн, услуги врача, прачечная, лифты, сейф на ресепшн платно, Wi-Fi на территории отеля платно. В номерах есть ТВ, центральное кондиционирование с индивидуальным контролем, холодильник, душ или ванна, фен, телефон, балкон, набор для приготовления чая и кофе, подключение к интернету платно, Wi-Fi, детская кровать по запросу. Номерной фонд отеля состоит из Double Rooms – 15 квадратных метров, максимум 3 человек. Studios – 20 квадратных метров, 1 комната оборудованная кухня, максимум 3 человек. Apartments – 1 bedroom – 35 квадратных метров. Спальня – гостиная оборудованная кухня, межкомнатная дверь, оборудованная кухня, максимум 5 человек. 1 B – Room Family Suite с Garden View – 45 квадратных метров, 2 комнаты, межкомнатная дверь, оборудованная кухня, максимум 3 человек. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть общее количество бассейнов, 1 открытый бассейн, прокат велосипедов, телевизионный зал, ТВ-холл, дополнительные услуги, библиотека. Для детей есть 1 открытый бассейн, услуги няни платно, по запросу, детское меню платно, по запросу, в ресторане, детское кресло, расстояние до пляжа, 300 метров, песчаный пляж, да, шезлонги платно, солнцезащитные зонты платно. Год постройки гостиницы – 1974. Год, когда был сделан последний ремонт – 2014. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.